Здравствуйте, я Оксана Макарова. Я с города Калининграда. Приехала в Москву в компанию ООО «Сфера» для приобретения диагностики и для работы в дальнейшем с модулями. Вот. Я модулями пользуюсь уже 8 лет. Я начинала с себя и со своей семьи. В 16 году мое хобби переросло в работу. Стало приходить ко мне мое окружение, мои подруги, друзья. Вот, и получилось так, что я уже работаю с модулями. И мое... Ну, какой опыт, например, в течение этого времени? Вот я и хочу, да. Я разработала свою методику работы с женщинами и с мужчинами. С мужчинами у меня, конечно, работа идет с родонита, так как мужчины серафим не воспринимают, для них это, ну, тяжело восприятие крутить чакры. Для них это... Визуализация, да, тяжело. Да, другой мир. Вот, родонит, просто можно сказать, можешь не верить, просто читай два листка, и они спокойно читают, и по истечении месяца... Вообще родонит отрезвляет мозг сильно, ну так, серьезно. И по истечении месяца человек уже сам понимает, что он делает, сам осознает, да, и сам начинает, как у него желание появляется, его постоянно активировать. Вот. И после этого, конечно, он приходит уже до Серафима, и вот остальные гравитон мы подключаемся. Конечно, гравитон я стараюсь подключать сразу к каждому прибору. Либо человек берет серафим, я сразу предлагаю гравитон, чтобы, ну, вода обязательно присутствовала при чистке. И там мужчине родонит, конечно, чтобы гравитон. А вот конкретно, например, какие примеры по применению родонита именно мужчинами? Да, вот был случай. У меня знакомая. У них уже был такой кризис очень в семье. Они прожили очень долго, у них двое детей. Очень серьезный был кризис, и она хотела разводиться. Мы подумали, чтобы не разводиться, чтобы... Как? Не, это же разрушение жизни идет и детям, и им полностью. Вот. Я попробовала ей предложить серафим для начала. Мы поехали работать с Серафимом. Все, у нее пошли улучшения на следующий день, когда она стала себя уверенно чувствовать, когда она стала уже понимать, что она хочет. Но в то же время она не хотела оставаться с мужем жить. Ну, было очень много накоплено обид, непонимания, и уже, конечно, шло на разрушение все. Я ей говорю, потяни время. В процессе мы что-то можем исправить. Вот, прошел месяц, почему-то она купила на день рождения через месяц родонит маме. Почему-то родонит, ну, я до сих пор понять не могу. Она мне обосновала так, что я чувствую, что маме нужен родонит, чтобы какая-то развязка произошла, ну, по родовой линии. Без проблем. Я говорю, если родонит, обязательно гравитон. Мы этот комплект весь, ну, стали пользоваться комплектом. Вот, прошло какое-то время, а я ей все говорю, она не воспринимает мужа, и все. Я говорю, поговори с ним, чтобы он начал читать родонит. Серафим он не поймет, а родонит, он поменяет полностью себя. И свое мировоззрение, и свое отношение к тебе. Вот. Она, нет, он не будет. Я говорю, поговори, надо правильно донести до него. Он тебя любит? Любит. Он не хочет разводиться? Не хочет. Вперед, работаем. Все, у нее это получилось, и он стал, наверное, через 2 или 3 месяца после работы с Серафимом, вот как она работала. После работы с Серафимом, после 2 месяцев, после месяца она маме приобрела родонит, а после 2 месяцев она взяла себе родонит.
Она почувствовала, что ей надо родонит. И она прям мне сказала, что, говорит, я читала, и я прям знала, когда сходит программа одиночества с родонита. Как только, говорит, программа одиночества сошла, она говорит, у меня поменялось отношение к мужу. Вот. И после этого я ей еще раз сказала, говорю, ты подумай, может быть, ему родонит нужен, тогда вообще все поменяй. И у него также программы сойдут серьезные, и, конечно, в семье все поменяется. Вот. Она поговорила с мужем, муж стал пользоваться родонитом, причем без всяких нет. То есть он принял? Да, принял вообще без всяких сопротивлений. Вот. И проходит, она говорит, я, говорит, чувствовала всегда, когда он читает родонит, говорит, я чувствовала на детях. Дети меняются мгновенно. Все. Перестали, у нее старший сын 15 лет, говорит, очень были серьезные конфликты и непонимания, потому что в семье раздрайв, и дети-то на себе это весь раздрайв-то носят по жизни. Конечно. Вот. И стали, говорит, с детьми, говорит, отношения меняться. Вот это у него мальчишки, мужская линия, видать, пошла работать, сниматься. И все. И, говорит, у меня, говорит, сыновья, говорит, вообще, говорит, как новые, говорит, стали. Все просто, все спокойно в семье, говорит, перестали какие-то истерики быть, крики, говорит, вообще все, говорит, так гармонизировалось, что, говорит, я вошла, говорит, в новую жизнь. Муж читает, он в море, кстати, вот эти 3 месяца, он все читает. Она говорит, я каждый день его контролирую. Ну, они по скайпу общаются. Ты читаешь? Да, читаешь. И она говорит, я прям чувствую, когда он читает, я вижу, дети все такие шелковые. Как только он скажет, не читаю, она говорит, я чувствую, что... А, как только он скажет, я читаю, но не читает. Она говорит, я прям чувствую, дети пошли опять в разнобой. Она говорит, нет, ты не читал. Откуда ты знаешь? Она говорит, я по детям вижу. И все, и он перестал обманывать, и вот через 3 месяца, когда он пришел с моря, мы его не узнали. Просто человек новый, жизнерадостный, красивый такой, посвежел. Так у него даже, она сказала, ну я тоже его видела, у него даже тело в кубиках стало такое, как атлетическое. Говорю, Дима, ты просто... Все, и такой вот он жизнерадостный, ей каждый месяц стал дарить цветы. Очень хорошие подарки, и она, конечно, стала работать мамой, а он стал работать уже, как мужчина должен добывать. Разводиться она передумала или нет? Да, они причем 2 раза уже подавали заявление в суд. До этого? Да, и ей постоянно говорил судья, пересмотрите, я вам даю еще месяц, и вот она... Вот когда все в семье поменялось, и она уже сказала мужу, все, заявление забираем, мы разводиться не будем. Но это был небольшой период, это так мгновенно все происходило, что я-то вообще все отслеживала. Все ситуации в семье, что с ней там происходит, что здесь все отслеживала. Это было очень быстро, короткий отрезок, когда вообще все поменялось резко. Uh-huh. И они вышли просто на другой уровень жизни. Ну, а сейчас у них как? Сейчас круто, она постоянно на обучении. Там уже, да, там уже... В принципе... Он уже Серафим читает. Это сколько времени назад было, когда они приобрели? Это было в 2017 году. В 2017 году в августе она приобрела Серафим. Вот, ну вот сейчас сколько уже? 19-й год, это 2 года там, 2,5, да, и там уже все уже читают Серафим, Родонит, Лотос у них есть, и Гравитон, и маму они тоже присоединили. А, и детям Эдельвейс. Да, там весь комплект, там работают, каждый день люди работают над своей семьей, над собой. И осознанно уже. Осознанно, да. И меняются, и она говорит, муж, говорит, вот он даже если чего-то раньше сопротивлялся, сейчас, говорит, я ему говорю, рассказываю, он вообще, говорит, у него вообще все, говорит, как отрубило, слова нет. Да, 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 переварит, пошел, сделал. Как бы все, говорит, ну, очень спокойно стало, говорит, все... Как все стали на своих местах. Дети
это дети своим делом занимаются, детским. Я мама своим женским делом, и папа также как добытчик. Мужчина в семье, говорит, очень легко и просто стало жить.